Корона, дипломы, метровая шоколадка и море впечатлений. С таким багажом вернулась 9-летняя нижнекамка с международного конкурса красоты. Олеся Фардеева стала обладательницей гран-при 6-го конкурса «Принц и принцесса мира 2017», проходившего в Болгарии на полуострове Солнечный берег. Мы ходили на фотосессию, потом мы ездили на экскурсию в Несебр, старинный город в Болгарии. И мы ездили к мэру города, там он подарил нам подарки. 13 стран, 30 принцесс, 5 из которых представительницы России. Возраст юных красавиц от 4 до 16 лет. Конкурсные состязания проходили в течение 6 дней. Международное жюри оценивало не только творческие способности участниц, но и их воспитание, манеры, знания английского языка. А от испанского танца юной нижнекамки зрители и вовсе были в восторге. У 9-летней красавицы практически нет свободного времени. Модельная студия, танцы, вокал. Успевает и учиться. Третий класс окончила почти на одни пятерки. В конкурсах красоты Олеся участвует второй год. И результаты маленькой принцессы говорят сами за себя. Это все успевать нужно. Делать уроки. Заниматься танцами. Репетировать. Шить костюмы. Ездить на примерки. Это очень Такое занятие сложное. Ты справляешься? Да, я справляюсь, потому что мне помогает мама, бабушка и папа. Члены жюри международного фестиваля были настолько восхищены артистизмом и обаянием юной нижнекамки, что пригласили девочку осенью на конкурс красоты в Токио. Но несмотря на международный статус, сама Олеся мечтает выиграть наш республиканский конкурс имени Мисс Татарстан и стать врачом, когда вырастет. Анастасия Попова, Ренат Харасов, новости НТР.